с ЦСКА? Насколько у них оборона такая монолитная, и как ее продвигать? Тяжело сейчас сказать. У нас будут собрания, тренеры скажут, как лучше действовать. Мы будем играть свою же игру. За кого болели вчера? За СКА или за ЦСКА? Да честно, не за кого. Без разницы? Просто смотрел, да, в Киеве. Понравилось то, что увидел? Да, хорошая игра получилась, нормально. Как у тебя ощущения, что первый финал, как подошел, отряхивает волнение? Да честно, такого нет прям волнения. Сначала не верил, здесь бы как-то сегодня уже как-то более-менее. Приходится привыкать к этому. Я очень рад, что мы в финале. Можно сказать, что сами не ожидали, что с такими минимальным количеством поражений, да, дойдете? Да честно говоря, об этом даже не думали, просто выходили, играли свою игру, там уже как получилось бы. По поражению мы не смотрели на это. Насколько роль будет зависеть от третьих-четвертых звеньев в финале? Также, я думаю, как от всего плей-оффа будет зависеть. И надо будет также действовать агрессивно, активно, играть свою игру, делать то, что мы умеем. Ну там Габридов в четвертом звене. Ничего страшного, у нас свои есть. Вы помните два матча в регулярке? Они были по духу и по градусу похожи на игры плей-офф? Да, очень активные игры были. Мы знаем, что ЦСКА хорошая команда, агрессивная. Поэтому, я думаю, сейчас плей-офф будет немного другая уже игра. Вы пытались их перебегать и сдувались почему-то в концовке немножечко, нет? Хотя видеть все. Тяжело вспомнить уже, что было в регулярке, столько игр прошло. Поэтому надо это все забыть. Сейчас начинаем с чистого листа. Необычная серия, в которой толком не надо никуда переезжать. Все в одном городе. Честно, да, пока непривычно как-то. Но надо привыкать к этому, думаю, хорошо. Тим Хартли всех удивил с первого года сразу в финале. А можешь вспомнить за сезон, чем он тебя больше всего удивил? Какой-нибудь момент эпизод? Там каждый день чем-то удивляет. Привыкаешь вроде к нему. Ну так, конечно, удивил своим отношением к делу. Большой профессионал. Из Омска сколько приедет поддерживать вас народу? Ой, я даже не знаю. Меня лично или что? Ну, лично, конечно. Родители здесь, ну, много кто приедет. Думаю, очень много. Ну, человек, наверное, 30-40 приедет. И как же верит-то? Достанете. Даже надо постараться. Тут, когда был финал, вот МВД играл с Акбарсом, дверь стеклянную сломали. Болельщики там за билетами стояли. Просто полетели. Надеюсь, в этот раз такого не будет, поспокойнее будет. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.